За прошедшую неделю Бердским поисково-спасательным отрядом проведено 7 поисково-спасательных работ. Спасено 2 человека, оказана помощь 3 человека, погибшие 3. Особо значимая работа проводилась отрядом. Это 19 числа, примерно в 17:30, поступило сообщение от скорой помощи о том, что прошел разрушение кровли в конном клубе «Алюр». Значит, примерно через 3-4 минуты выехала в данном направлении группа в составе 4 спасателей на оперативной машине. По прибытии на место обнаружили, что примерно около 500 квадратных метров площади крыши, кровли под давлением снега обрушилась и придавила несколько человек и животных, то есть лошадей. Значит, приступили к работе, потом с учетом того, что был большой объем работы, значит, произвели усиление данной группировки. В количестве 20 человек на данном конном клубе работали. Совместно с пожарными мы извлекли из завала, значит, мужчину и молодую девушку, значит, передали скорой помощи. Как потом оказались, они, в общем-то, безжизненные тела. Затем извлекли еще девушку и передали скорой помощи, которые находились уже в больнице. Перед тем, как вот произошел завал, самостоятельно выдвинулись из обрушенного кровли 4 человека. Значит, работы продолжались по поиску животных, которые там находились. Обнаружили 4 лошади уже безжизненные, и одну лошадь как бы спасли. Работы продолжались до 23 часов 50 минут. В расположение прибыли в 0 часов 20 числа.